Всем привет! Вы на канале Лена Арт. Меня зовут Лена Миленная, и сегодня я сошью юбочку без выкройки, без швейной машинки. Хотите узнать, как это сделать? Оставайтесь со мной. Для пошива юбочки нам понадобится белый мех, пол погонных метра, белые нитки и иголка. Юбочку шью своей любимой доченьке, поэтому взяла ее любимую черную юбку и посмотрела, как она выкроена. Она состоит из 4 трапеций. Верх трапеции 20 см, низ трапеции 50 см, высота трапеции по бокам по 30 см. Нам понадобится таких 4 трапеции. Также понадобится пояс. Пояс можно выкроить из этого же меха или просто пришить широкую резинку. Если пояс делать из меха, то нам понадобится такая деталь 80 см в длину и 11 см в ширину. У каждой детали должен быть припуск с каждой стороны по 1 сантиметру. Берем отрез меха, расстилаем на удобной для вас поверхности и рисуем 4 трапеции. В процессе работы мне пришлось изменить немного выкройку, так как у меня меха на 4 трапеции не хватило. Поэтому юбочка моя будет состоять из 2 трапеций и 2 прямоугольников. Сшить все детали очень легко и просто. Берем нитку, вдеваем в иголку и шьем швом вперед-назад иголка. Совершенно не важно, насколько ваш шов будет аккуратен. Мех скроет все погрешности. При соединении деталей этим швом мех может растягиваться или сжиматься. Поэтому внизу могут образоваться неровности. Ничего страшного, позже можно это выправить. На эту работу у вас уйдет не больше 2 часов, поэтому это очень легко и быстро, и подвластно каждому. Эта юбочка может подойти не только деткам, но и экстравагантным взрослым. Сейчас же зима, на улице пушистый снег. И совершенно кстати, у вас появится теплая юбочка в вашем гардеробе. Эту юбочку мы шили на карнавал в школу, поэтому к этой юбочке сошьем ушки. Ушки котика или ушки зайчика, а лучше те и другие. Ну конечно, какой же котик без хвостика, да и зайчик тоже. Зайчику хвостик выкроить очень легко. Сделаем 2 круга, также сошьем эти 2 круга швом вперед-назад иголку, оставим небольшое отверстие, вывернем и набьем остатками от этого же меха. Выкроить хвостик котику еще проще. Выбираем длину хвостика и ширину. Выкраиваем деталь. Сшиваем швом вперед-назад иголка. Выворачиваем. По желанию можно набить синтепоном или остатками от этого меха. Но это не обязательно. Хвостик будет выглядеть хорошо в любом случае. Чтобы юбочка была носибельна и потом, после карнавала,
то хвостик можно прикрепить на надежную булавочку или пришить так, чтобы потом можно легко его отпороть. Если мое видео было тебе полезным, тогда обязательно поставь лайк, а также подписывайся на мой канал. Впереди нас ждет много нового и интересного. Мы будем шить, рисовать, делать поделки и многое-многое другое. Пока-пока! До нового видео!